Юбилейный сезон игры «Зорница» стартовал на Ставрополье. Губернатор Владимир Владимиров встретился с участниками открытого финала конкурса. В многофункциональном патриотическом центре «Машук» собрались 35 команд, чтобы показать навыки строевой и физической подготовки. Владимиров и юные защитники Родины заложили капсулу с посланием будущим поколениям, которую вскроют через полвека. Нам нужно сейчас готовить воинов. От нас никогда не отстанут. Мы все-таки шестая часть суши, всего лишь там 2% мирового населения. Все прекрасно понимают. Все свои, ну скажем, маски сброшены, свои лица все показали. Поэтому детей мы воспитываем. Патриотизм, конечно, умение дружить. Для детей, вот то, что я говорил во приоткрытии, это друзья на всю жизнь. Я своих зорничников до сих пор всех помню. Как бы. И эта команда, это дальше люди, которые будут друг другу спину прикрывать. Поэтому и детей в этом тоже воспитываем. Поэтому здесь два направления. Чтобы дети подружились, чтобы дети умели защищать Родину. В Селипадинском благоустраивают парковую зону. Там оборудуют детские игровые площадки, установят арт-объекты, лавочки и урны, сообщили в региональном Миндоре. Также обустроят пешеходные дорожки. Работы проводят по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить благоустройство планируют к концу лета. В Селекрасном капитально ремонтируют четвертую школу. Сейчас здание обновляет коммуникации, проводит отделку в помещениях, меняет окна и двери, сообщили в региональном министерстве образования. Позже приведут в порядок прилегающую территорию. Работы проводят по программе «Модернизация школьных систем образования». В селе Орловки стартовало строительство врачебной амбулатории. В медучреждении будут работать врач общей практики, стоматолог, педиатр и акушер-гинеколог. Также в здании оборудуют регистратуру, клиническую лабораторию, процедурные и прививочные кабинеты, сообщили в региональном Минздраве. Уже залили фундамент и готовы приступить к возведению стен. Строят амбулаторию по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.